Эх, здорово, народ, с вами Дима Грант. Поиграем сегодня в игру, которая называется Супермаркет Симулятор. Человек имеет образование товароведа. Попробовать сегодня поиграть. Каково работать в данном заведении. Так, давай сразу откроем магазин. Я потыкал, посмотрел, вроде игра прикольная. Так, что нам надо продать? Хлеб. Правильно. Самое главное хлеб. Муку, конечно, конечно. И масло. Слушай, а у нас... Сколько у нас? 36 баксов. А у нас всего 50. Давай вот это что-нибудь купим. Так, всего по одному. Покупаем. У нас остаток еще 1 бакс остается. Ничего себе. Так, комп. Аливерды. Так, ага, здравствуйте. Здравствуйте. Нам игра сейчас будет подсказывать, как куда что пихать. Ага. Идем дальше. А как сюда, сюда бросаем? А, да, все. Разобрался я. Бля, слушай, братан, у нас магазин закрытый должен быть. А мы его с тобой расставляем. Смотри, чем прикол. Тут еще плюсик, ну, чем. Игра подсказывает, сколько у нас на прилавке того или иного товара. Мы сразу открылись. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее, 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 сейчас раскидаем туда. Вон какой-то чел идет, сейчас, прикинь, сейчас возьмет что-нибудь. А у нас цены нет ни хрена. Еще знаю то, что игра подсказывает нам, куда что. Так, ага. Сколько? 3. Ну давай 3,89. Вот так вот делаем. Хорошо, конечно. Это у нас сколько? 3,12. А мы сделаем. 3,9. Мужик первый пришел. Блять. Быстрей. Быстрей. 4,50. А у нас будет 4,89. О, хоть 4,89. Вот, вот так. Сейчас, мужик, по... Стой! Ты что делаешь? Алло! Вот. Ой, какой 390. Сейчас мне хлеб продать составляй сразу. Вот так, 3 бакса. Так, что ты хочешь от меня? Здравствуйте! Я ваша сегодня кассирша. Кассирша Димас. Так, чё, ты мне деньги даешь? Ну давай деньги. А, блядь, ну тебе сдачу дать, да? Так, 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 так. И так, да, и 1 цент. Подавись. Подавись, говорю. А, вот так, да, то есть одобрить. О, ты мне карту даешь? А чё, сам не ставишь? Ладно, сам ставлю. О, ты тоже купить мне что-то решил? Давай карточку свою сюда. Сейчас не что-нибудь придумаю. Так, 3, точечку, и надо 10 написать еще, да? Отлично, пока на меня хлеб, молодец. Жена отправила, да? Понимаю. Я тебе что-то, не тебе я ничего не должен, мужик. Так, подожди, секунду. Нам надо сколько? 3. Ну-ка. Отлично. О, тетя муку пришла купить, да? Ой, какая ты молодец, тетя. Блин, мне тебе сдачу надо дать, да? Это вот 3,89 поменять на... Ага. Так, так, так. Так, так. Одобрен. Ты смотри, о, как пошла мука. Или что это у нас? Какая-то мука, да. Че, какой-то заказали, непонятно что. Так, 3 бакса, да, тебе надо дать, да? Может быть, тебе просто 3 бакса дать, и ты пойдешь. Ой, так, неудобно пока с ним играть. Все, спасибо. А, выполнить проверку. Меня как проверяет еще? Нахренка мой сдался, да? У нас вот эта хрень закончилась. И... О! Сахарную пудру. Конечно, вези давай. Чё ты хочешь от меня? Муку тебе пробить? Ну давай пробью. 3,89 тебе, мужик. Так, тебе надо доллар отдать, получается, да? И вот так тебе отдать, да, надо? Забирай. О! А это... И что за Марио, его подружка? Здорово!
Ну давай карточку свою, чё, я сейчас пойду деньги сниму. А, тебе разменять надо. Ну давай разменяем тебе, чё. О, здорово, маслица, чтобы поп туда не погасло, да? Но твоя черная срака хрен загорится. А чё, ты мне без дачи дал. Так, что это у нас? Сусу. Ема колбасу, да? Опа. Так, выбрасывай. Я говорю, выбрасывай. Так, тетя, заходи на мой огонечек. 4,83. А мы сейчас напишем 4,89. Вот так вот. 3 бакса чистого дохода. Нормально? Нормально. Вот, бабуль. Бабуль, подожди, сейчас я подо... Да подо... Да подожди, подожди, я тебе говорю. О, мать как пришла. Так, хлеб. Сколько тебе? 1 цент? На. Так. Ты мне карточку дашь? А, дала. Не торопимся. Мы... Опа, опа. Это шо за Сидоджи пришел? Вот, ты там до хрена набрал. А ну, а ну. О, 12 баксов в целом. Спасибо тебе, мужик. Добрый ты, мужик. Так, быстрее, пока. У нас это как раз кончилось. Где она была? У нас здесь было, да? Ай-ай-ай. Оп-оп-оп-оп-оп. Заходи, заходи. Я муку положил. Заходи. Теть. Теть. Тебе сейчас вот сюда заходить надо. О, молодец, все правильно, заходишь. Так, что у нас не хватает? Так, у нас три именования. Масло. А что за прикол? Так, две муки ты берешь. И третью непонятную хрень, похожую на муку. 12 центов. Раз, два. Пожалуйста, сладкий. Я к тебе приду, чтоб ты мне пирогов напекла. Так, смотри, мужик. Нам вот это надо привезти. И... А, я вот это же не покупал. Давай закажем. Да ты заколебал. Чё тебе? Масло? Ну сам пробел бы. А, ты меня... О. 15 тебе дать, да? Я тебе не дам 15. Мне не сдачи. Она... О! Мадам, позвольте вас проконсультировать. Мука высшая просто. Так, блин, неудобно тыкать, то, что надо мышкой постоянно. Ты чё, расстроился? Дети столько наберут, мужик. О, вот эти дед наберут, блин. Забирай, ладно. О, я понимаю. Что это сколько? 15 баксов. А, 16. Вот видишь, говорю, удобная цена. Почти намахал, почти намахал. Цифры же похожи. О, уже вечереет. Так, я... Говорю, вечереет, то успокойся, мужик, блин. Так. Ага, 12,88 тебе. О, без дачи. Прекрасно. Спасибо тебе, мужик. Так, свет, оказывается, тут включается, если что. Вот, у нас 4 светильника есть. Заходи, сладкая моя, булочку. Хлеба ты хочешь, да, сладкая? Хлеба. Я тоже твоего хлеба, а не отказался бы. Подожди, ты что ж ты? Куда ж ты? Муку, подожди. Мужик, сейчас я муку положу, пойдешь развлекаться. Так. Так. Чпокинг какой-то тут продаем. Да и покладись. Так, смотри. Третий муку берешь, а бесплатно. Так, 14. 18. Угу. Списано. Вот, тоже карточку даешь? Всякие карточками пользуются, блин. Карточки не даешь. О, вот. Тетя, ты, а что у тебя с лицом? Оно у тебя погорело, что ли? Че, опять тебе ты мне карточку дал тоже? 4. Ой.
7, 78. Ага. О, тетя, а ты беременна, что ли? Ну вот тебе 42 бакса, наверное, да. Пожалуйста, всего тебе хорошего. Еще один должен прийти. Я не выполнил свою задачу еще пока что. Заходи, господа. О, вот он идет. Вот он, мужчина мой. Моей мечты идет просто. Я же сказал, он ко мне шел. Ну. Я сразу, видишь, допер, как что делать. И, опа, сису. А, сусу. Колбасу, да, твою сосу. Так, все. Приобретите лицензию. Нахрена? Нахрена мне лицензию приобретать? Так. Это нам куда тыкать надо? На эскей? Нет. Куда? А, вот сюда. Чпинг. И лицензии. У меня столько денег нету. Тут там кофе, не кофе, яйца, не яйца. Да я знаю, да, вот тут все отключается. Все, спасибо. Так, ну давай день кончим. Кстати, общая прибыль, нифига себе, 56 баксов мы заработали. Ежедневные счета. Так, счета. Так, заходим. Счета. А, ну тут все оплачено. Заходить надо к счетам. О, Пичмаля. Так, смотри, что, дружище, делаем. У нас есть все, но нет ни хрена, да? Карабас-барабас, выкидывайся. Так, сладкие мои. Заходим в наш магаз. Так, сразу можете что-нибудь подзаказать. Ну, чтобы не париться. То есть у нас есть вот это, вот это, вот это, вот это у нас тоже есть. Вот это у нас есть. Сколько? О, как раз мы укладываемся в наш бюджет. Покупаем. Покупаем. И вот это карабас. Так, смотри, раскладываем. Вот так. Чик-чик-чик-чик. А тут у нас будет запасы у нас, да? Все, да? Относим сразу. Чик. Сразу запасы, запасы. Ну почему бы нет, да? Опа. Видишь, как сразу. Тетя Сисуна возьми, Сисуна. Сисуна. Тетя, ты тоже Сисуна возьми. Обалденный Сисун. Сам сосу этот Сисун и нормальный. Никто не жал. О, два маслица. Третье бери. Я тебе в подарок его дам. Так, тебе сдачу. И... У меня столько денег нет. Вы заколебались столько приносить мне. Так. Это, да? О, вот я же говорю. Сисун ничего никому не отказался. Так. 23 цента, да? Раз, два, три. Пожалуйста. Всего хорошего. О, мамка за хлебом отправила, да? Заходи, заходи, не стесняйся. Мучки возьми. Я тебе говорю, мучки возьми. Мука высшая просто. Да что ж ты там звонок свой? Засунь, знаешь, куда, родной? Я тебе потом продемонстрирую. А. Так. Ну вот сюда пока поставим, да? Карабас, бросайся. Ты слабоват, мужик, слушай. Ну-ка, хоть я бы карточку расплачиваюсь. Кстати, кто шарит, карточка, ну, не так уж выгодно, чем наличка расплачивается людям. Точнее, это не людям, а магазину. Магазин официальный, как у нас, да? Мы какой-то ларек взломали этот и пытаемся барыжить. У нас с неба коробки падают, потому что доставка просто бешеная по скорости. Так, что у нас происходит? Смотри, ну мы почти все свои вложения отбили. Блин. О, да ладно, ты прикинь, я сюда ценник не поставил. Во, косячник, пацан. Нет, ты... Да нет, положись ты. Прикинь, чё, братан. Е-мой, ты прикинь, какой косяк. Чё, сколько поставим? Ну давай, так поставим.
поставим. 598 поставим, да? Ты прикинь, какой косяк. А я ж продавал, да, кому-то? Блин, напишите в комментариях, сколько я что промахал, да? О! Карточка. Счастливо. Тебе пакет нужен? Че ты мне в лицо пихаешь ее? Себе запихни. Раз. Ну, отлично. Ну, мы, господа, с вами. Тащим. Вот они идут. Вы все сюда заходите, господа. Я стараюсь все для вас. Блин, ты прикинь, сколько я ему продал. Как минимум две я точно продал. Вот прям я... пакет муки. И уй туда. Так, 0,9, да? Нет. 0,9. Здравствуйте. Карточку? Конечно, давайте я вам вставлю. Карточку. Там, ты не можете, да? О, здорово. Вот тебя точно мать отправила. Ну и лицо у тебя веселое. Вообще прекраснейшее лицо у тебя. Так. На лице тебе надо 200 баксов нам. Где мы столько возьмем? Здравствуй. Деньги даешь? М? Спасибо. Спасибо. Так, смотри, что у нас. Мука есть. Этот есть. Сисун есть. Хлебушки. Блин, жалко, что нельзя вот так взять и перенести. Именно над коробку иметь. А коробку будет иметь нас. Так. Встаем. Альверды. Вот мне деньги даешь. Так, тебе надо отдать 2 бакса. 2, 2. Раз, 2. 4, да? Забирай! Знаю, 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 да, да, обсчитался я. 1 цент. Всего лишь. Так, тебе 3 надо отдать, да? Раз, 2, 3. Опа. Молодец. Счастливая, как никто. Нет, не достал я, да? Что-то ночь быстро настала. Я не успел сориентироваться. Блин, денег не хватает нам. Еще раз позвонишь, я тебе сам позвоню. 5 хп. У нас, видишь, пол третьего уровня. Вот оно, чипыжит, чипыжит. Тетка, ты в курсе, у тебя на спине волос не хватает. 14 бокс. Карточкой. А мне хочется мимо кассы пару товарчиков приобрести. И я вам бы тоже один товар бы предложил бы. Так, тебе ничего предлагать не буду. Ух, нифига ты мне какую пачку сунул. Тебе всего же-то 2 этих. 2 доллара отдать надо. Так, 90 центы у нас. Все. Здорово. В школу собрался, да? Угу, с мукой. Угу. Ну иди. Так, что у нас? Оп, 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 оп. Всего хорошего. Всего хорошего. У нас как раз ровно на лицензии хватает, но у нас не хватает муки. Ну, нахрен ты со своим хлебом приперлась. Так, нифига себе, мне тебе сколько отдать надо. Все хорошо. Заходи! Правильно. Аригато! Аригато! 2 хлеба взял. Прикольно, да, они булки берут, вот эти предметы? Что, карточку ты мне дал, да? Так, ну давай ты мне дашь карточку. Так, раз, два, три, четыре, Зоечка. А бабла у меня нет. Раз, два, три, Зоечка. Чё ты? Картами, да, да? Я ещё карту эту не разглядеть не могу, не успеваю. Так, 250 баксов, мужики. Ну что, тогда покупаем лицензию. Слушай, а чё у нас не хватает?
У нас вот эта хрень заканчивается. Хлеба можно не брать. Эту ерунду точно можно не брать. Так, ага, я понял. Так, вот это по-любому возьму. Вот это по-любому возьму. Вот это по-любому возьму. Это я положил уже, да? Да. После 9 вечера никто не работает. Так, ну дальше ничего. Понял. Общая прибыль 140, ну 150. Нарезной хлеб подорожал. Так, народ, ну давай. Маркет. А, у меня все лежит, да, в корзине? Неплохо. Так, где это менеджмент какой-то там был? Давай оплатим и купим вот эту лицензию. Наверное, не зря сделал так, да? Во-первых, нам надо что-то поменять сейчас будет в нашей жизни. Так. Угу. Угу. Господа, здравствуйте. Надо в 8 утра открываться, заполнять быстренько. И дальше работать целый день. До талого. Так. Отлично. Отлично. Ну и все, можно открывать нашу эту. Супермаркет. Супер. Супермаркет. У нас пока все тут есть, запасиком небольшим таким. Чокопай вот этот гребаный, никто, наверное, не возьмет. Приобретите холодильник или полку, понял? Конечно, открою. О, здорово, ты вчера приходил, я тебя помню. Блин, хлеб подорожал. Хлеб подорожал, блин. Ни хрена он подорожал. Тогда мы пишем 4,89 по нашему стилю. Так, ага. Так, давай, давай. Чё, тебе сколько денег ты даешь? О, нифига тебе. Раз, два, три. Раз, два, три. Один. Все, все хорошо. Так, здорово. Ты дал сколько хлеб стоит? Ёбнешься. Такие чекпоинты мне прилетают там. Так, ты с карты хочешь списать. Слушай, мужик, а я тебя где-то видел. Мужик прям знакомый, капец как. Я вижу, уже 23 бакса. Ну, ни хрена себе, на минуточку. Менеджмент, да? Считаем. Сразу оплатим. Так, что я хотел сделать? Развитие, найм, склад, персонализация. Здорово. Здорово, ты бык, а я корова. Нажимайся. Так. О, маслице купил, да? Правильно. Масло надо покупать. Спасибо вам. Спасибо. Так, тетка, подскажи, куда мне залезть, чтобы мне купить? А, вон мебель, дурак. Все, я понял. Спасибо, тетя, я разобрался. Без тебя бы я вообще не знаю, что бы я делал. Все вставил, да? 4,89. О, здорово, Нигер. Как ты, родной? Нормально? Нормально. Маслицу что-то беру. Нормально. Опять тебе навалить надо. Так, 11 центов, да? Все хорошее тебе. Эй, это что за гендросили? Здорово. Чисуну взял. Бери еще хлеб. Можно я тебя давать не буду? Меня как раз хватит. Давай по-братски. Я тебя услышал. Все хорошего. Карту свою. Вставляй сам свою карту.
Ты. Чего не нашел? А, кофе. Да в другой раз зайдешь, возьмешь. Ну, погнал, погнал. Нам просто надо купить полку. Это все утром. Сейчас мы продадим то, что у нас осталось. Пусть они расстраиваются. Ну, все, что имеем, как говорится. Так, 7 баксов тебе надо, да? И раз, два, три. 33, да? Всего хорошего. Чего не нашел? 8 штук яиц не нашел. В штанах погляди, парочку найдешь. Хорошо, ребятки. Здравствуйте. А что ты вроде там больше брал? Или мне показал? Ну, вот тут молодец, да. 31 бакс, ну, нифига себе. Вот 48 центов. Ну, раз, два, три, четыре. Спасибо. Теть, ну, еще твою карту вставляю. Я брезгу твоей карты вставлять, ты в курсе? Сыр не нашла. Еще холодос покупать. Да и ломать, ломать. 3.89. Спасибо. Спасибо. Ой, не так. Да нет, просто отойти надо, да? Охренеть. 200 баксов, 200 баксов стоит, прикинь. Охренеть. О! Ты меня сейчас, наверное, спасешь. Нет, не спас. Короче, мужик, мне надо стеллаж один купить. Не будет пара сотен баксов. Тетя, у тебя есть? У тебя нет, я вот тебе сам сейчас отсыплю. Так, вечереет, кстати. Вечереет. У нас заканчивается сезон. Мука у нас заканчивается. И хлеборезка у нас осталась чуть-чуть совсем. То есть три позиции как минимум надо докупить. Но это мы попозже, наверное, тогда сделаем эти дела. Так. Все хорошо? Вот тебе здорово, я тебя видел. Так. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Все хорошо. Да я понимаю, я еще свет включить не могу. Светильников. Предостатки у меня. Так. Здорово. Че такие деньги ты мне крутые даешь? А покупаешь ничего, да? Счастливо. Счастливо. И не приходи сюда. Тетя, здорово. Мулька, как нормально, да? Я вижу по твоему лицу. Опять яйца не нашла. Там мужика было два. Сбегай, забери. Подарок. Так. Опа, у нас как минимум одной позиции не хватает. Всю муку разобрали. Маркет, продукты. Вот эту муку как минимум привезем давай. Ух, ё, здорово. Здорово, ща муку привезут. Давай, деньги свои только. Так, раз, два, три. Раз, два, три. Всего хорошего. Здорово, карту давай. Не... А, нормально. Сахарную пудру мужик потерял. Ну это Сису, понял? Так, ну все, закрылись мы тут, блин, не успел заказать. Ну хотя муку сейчас раскидаем. Муку давай вниз положим теперь. Потому что мука тяжелая якобы. О, а я закрываться хотел. Здорово! Обоссы меня корова. Ну, как раз муку забрал. Смотри, сколько пакетов. Два пакета взял. Понял? Пшеничный. Водяра, наверное, сейчас варить поедет. Ой. Отдай. Как удалить? Как удалить? Эй, а что не удаляется? Ай, ты забирай. И расстроился, понял? Я на целый доллар больше дал. А он меня вот так вот, да? Ладно, я его запомню. Молоко. Еще молоко. Нифига, две тетки пришли. Так, ну что, народ, тогда будем здесь заканчивать. Напишите в комментариях то, что вы думаете по поводу этой игрушки, снимают ли дальше.
Кушайте тортик. Не забывайте про пирожочки. Она, короче, почти пятихатку стоит, короче. Так что подписывайтесь и давайте играть в эту игрушку. Надо ее отбить. Всего, удачки и пока.